Oh no. I ain't got nothing right now, man. What? Think it's die. I don't know what to say. I do want to dress you, man. Nigga, fuck, nigga. Короче, всем привет. Мы возвращаемся с влогами. Сегодня мы решили снять на Семёночке влог. Вот. Я приехал на Семечку. Встретил Колю. Сейчас пойду оплачу. И залетаем в парк. Начинаем делать трюки. В общем, я оплатил эту штучку. Сейчас будем переодеваться. Зашел в парк. Народу просто куча. Не знаю, получится сегодня что-нибудь сделать или нет, но глянем. Вот, так что поехали. Короче, приперся Диман сюда к нам. Что? Он? Снимай, это влоги, снимай. Это влоги. Снимай, снимай. Снимаем для влога. Ну, кстати, неплохо. Ты чисто бах-бах. Пиздец. Пиздец. Я просто баган хотел. Вообще нихуя. Да, влоги. Бля, чувак, дерьмо. Полный дерьмо. Просто соглашусь. Угнали. Бучи наушники перекусишь, блядь, и съешь. Это будет самый интересный влог, блядь. Да, блядь, видео на пути, подожди, блядь, есть. В общем, народу тут слишком много. Тут ты ебан. Сегодня. Сначала в лидерне, а потом... Мне не нравится так, я так умею, я не хочу так, это блядство, пиздец. Наркотики, блядство, разврат, если так делать. Отдельный, блядь, котел в аду для тех, кто так делает. Это... Ну, в общем, интеллектуальный разговор. Все, надо, погнали, делай. Погнали, да, давай. Пизда, блядь! Да, рукопожатие. Я сказал, что вы первый. Чё, блядь, вы чё, ебанутые, что ли? Не заряжался, он только разряжается. А-а-а. Ты понимаешь? Давай, давай, давай. Да ладно. Не, Ирбек, по-моему, бар это не твое. Ладно, я, короче, делал. Не, ну давай тогда еще, да? Где мой друг, которому я сказал, что одна попытка и все? Я не вижу его, ну ладно. Ой. Yeah!
общем, на бар, я другой мы, короче, ничего не сняли практически. Смотрите на это, нахуй, 12%, блядь. Гейм 12%, все пиздит маска. В общем, сейчас пойдем дальше снимать, я попробую переделать. А Диман там еще что-то хотел сделать. Дрочить. В общем, ну да. Этот вообще на 8, в общем, блядь. Погнали. Давай дальше. О, блядь! Короче, в продолжение влога, вчера мы катались на семёнке. Вот, было слишком много народу, я сделал всего 2 трюка. Вот, больше ничего не снял. Вот, но трюки жесткие будут в инстаграме. Уже один выложил. Вот, сейчас иду к Тимуру, будем делать превью для видосов, чтобы было все более красиво. Также в скором времени выйдет видос, где я отвечаю на вопросы. Это первая часть. В общем, следите за новостями. Это будет в другом формате немного. Не то, что ты сидишь в мобиле, тыкаешь. В общем, вы все увидите. Так что пока что жду Тима и начнем заниматься. В общем, мы с Тимом делали всю эту херню. Сколько? С часу до 8. Вот только сейчас выводим из премьера. Короче, все это дело получилось на 15 секунд. Даже меньше. Вы должны обязательно лойс поставить, потому что такая работа. Вот тут чисто последние штришки. Пацаны, премьера. Бля, ну аплодисмент, что сказать. В общем, мы допилили превьюху. Вот. Залили ее в YouTube, проверили музыку, все дела. Все работает. Теперь влоги и прочая штука будут выходить с новым началом. В дальнейшем, может, переделаем, но пока что оставим так. И концепция, я думаю, останется такой же. Вот, но пока что такие дела.